по курсантской теме опять немножко. Я как-то был в карауле, и в общем, на самолете Як-40 ходил, охранял, и попалась на глаза табличка. Воздушное судно сдано под охрану. Песня так и называется. Песенка часового. Сдано под охрану воздушное судно. Приказ никого к нему не подпускать. Ах, как это нудно. Воздушное судно 4 часа от врагов охранять. Ах, как это нудно. Воздушное судно 4 часа от врагов охранять. Мне дали ружье и патронов 3 штуки, и в случае чего даже можно стрелять. Вот только обидно, врагов-то не видно, не хочет никто на меня нападать. Мне горько обидно, врагов-то не видно, не хочет никто на меня нападать. Решили враги, что со мной шутки плохи. Подумали так и пошли себе спать. Мне это приятно, одно непонятно, тогда от кого ж самолет охранять. Мне это приятно, одно непонятно, зачем же тогда самолет охранять. Пусть спят враги сладко в кроватках, как дети. Я первым на них нападать не люблю. Кто прав, кто не прав, мы решим на рассвете. А пока что я тоже немного посплю. Спасибо. Вот.